Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. Королева шокировала подробностями смерти отца. Наташа Королева потеряла родителя в 20 лет, однако рассказать об этом смогла только сейчас. В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ артистка рассказала о смерти отца, который всю жизнь отдал академическому хору. Случилось это, когда Наташе Королевой было 20 лет. Владимир Порывай, по словам звезды, скончался у нее на руках. Певица тяжело переживала потерю, а после пообещала себе реализовать все папины мечты. Он всегда хотел приобрести авто и улететь в путешествие. Также королева отметила, что не стояла на пути у матери, которая после смерти отца вновь вышла замуж. Этот брак длится до сих пор. Я нормально отреагировала, что мама выходит замуж. Она не может долго быть одна. Я не сильно вникала в их отношения. Рада, что ей все нравится, призналась певица. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.